Всем привет! Канал госпожа Картензия. И я хочу своими череночками поделиться. Вернее, показать, что они из себя представляют. Сначала думала только у меня. Такое безобразие как бы растет. Но потом смотрю, девчонки все делятся. Думаю, ну и ладно. И я покажу свои чудо в пере. Вот такие у меня черенки. Здесь и прошлогодние такие, позднеосенние, и зимние. И тоже с ними было что-то непонятное. Я не могла понять, что с ними вообще происходит. Вот лист какой-то непонятный. В крапиночку. Какие-то пятна. Желтизна. В общем, вид у них очень даже как бы нереспектабельный. Я, естественно, брызгала их тоже и от клеща, и от болезней. Но теперь я уже не брызгаю, потому что, наверное, хватит уже им получать химии. И как я посмотрела, что девочки говорят, тоже уже прекратили всем этим заниматься. И, похоже, виной этому наша погода. Я сейчас как бы брызгаю и подкармливаю их. В общем, купила какие-то препараты итальянские. И начала их и под корень их подкармливать, и сверху, значит, по листу давать. И вот смотрю, уже начинается как бы какое-то движение. Листочек уже пошел вроде зеленый. И вот пошли уже почки как бы разворачиваться. Но более-менее хоть что-то видно, что теплится жизнь. Вот тоже по полной программе все почки начали разворачиваться. Вот такая вот беда тоже у меня, в принципе, как у многих. Я не буду говорить, как у всех. Может быть, девчонки, кто-то миновал этого, у кого хорошие профессиональные там теплицы с правильным отоплением, вентиляцией, все на свете. Но так как этого ничего нет, мы исходим из того, что есть. И вот сейчас они, ну, типа теплица у меня вот, но с двух сторон я все это пооткрывала. Вот так все равно жарко, воздуха им не хватает. Ну, пользуемся тем, что есть. Вот хочу еще показать, значит, черенок Старгезер. Вот он почему-то у меня не дал вот этой полосочки. Вот маленький череночек, вот лист такой же, все. Я точно знаю, что это растение этого сорта. Вот у этого есть такой определенный, как бы, определенная расцветка. А у этого почему-то нету. Вот тоже загадка. Интересно. Так, и еще, значит, у меня здесь полуфабрикаты, которые я тоже в этом году купила. И тоже как бы ругала себя, потому что они какие-то не очень хорошие. В общем, вида в них нет. Ни красоты, ни вида, ничего. В общем, того, что было в прошлом году, какие красивые были гортензии, вообще шикарные. Вот. Но увидев ролик Гуськовой Галины, у нее тоже, в принципе, такое же. Ну, я так обрадовалась, что думаю, но это не моя вина. И не моих условий. Видимо, что-то не очень удачно было с этими растениями. Вот, ну, не будем себя сильно ругать. Имеем то, что имеем. Вот. Я вам рассказала то, что у меня есть.
поделилась с вами. Вот смотрите, какой листочек уже там начинает расти. Вот, я надеюсь, хоть как-то мы выберемся. Так, ну всем всего хорошего, удачи. Всего-всего, пока.